здесь. Давай, Жень, выходи. Вот долго, да? Только пришел. Евгений Петрушенко, Женя приехал, опять вернулся в Петербург из Омска. Да. Да? Как там в Омске, что там творится? Да все отлично. Весна, грязь, мусор. Так, добрый вечер. Я хочу начать свое выступление со следующего стихотворения. У него есть два эпиграфа. Один – это строчки стихотворения Евгения Евтушенко, и звучат они так. Ты говорила шепотом, а что потом, а что потом? Постель была расстелена, и ты была растеряна. У этого стихотворения, точнее, у этих строчек, есть народная версия. Да, ее сочинил Вадим Дрогов из группы «Соединение Дрели, куда попало», и звучит она так. «На постели расстеленной лежу я растерянный, а она шепотом, не туда, шепотом». Вот. Там есть видеодоказательство на Пушкинской 9, снятое... Хорошо, значит, не народная версия. Саша Никанов? Нет? А, оказалось. Вот он Никанов. Я знал Женя, другую вот. Народную версию. Которая... Я тебе уверяю, что это именно оттуда пошло. Хорошо. Исправлю эпиграф. И, в общем, этому явлению, когда стихи великих переделываются... Хотел сказать народом, но уже получается не народная версия, но кем-то другим. Я написал следующий стих. А дождь размоет громкие слова, в пространстве отчеканив просто ругань. Свинцовых капель шустрая молва сырую сплетню разнесет по кругу, из лужи в лужу, из ручья в ручей, попутно собирая нечистоты, оставив от натруженных речей лишь парочку удачных оборотов. Осталось лишь несколько дней, и я улетаю на родину. Там светятся звезды сочней, и жизнь по-сибирски народнее. А в Санкт-Петербурге дожди, и лето не выдалось бабьего. Какие ж тут пироги, сплошные фастфуды, Макдакио. Следующее стихотворение запойное, но сразу говорю, не про меня. Слава Богу. Плещется водка в граненом стакане, комната сплошь заросла паутиной. Жизнь получилась паскудной и рваной, с приторным вкусом консервы сардина. Темень, густо лицо чернило щетиной, в голову лезут паршивые мысли, треплется жизнь, словно моль в паутине. Плещется водка без дела и смысла. Темень дворов, нищета, проститутки. Мелочность слов приучила к обману. Тянется жизнь, и которые сутки. Плещется водка в граненом стакане. Утопаем. В сиреневых сумерках жизнь уходит из глупого тела. Мы морально вчера еще умерли, разложиться пока не успели. Утопаю в глубинах сознания. Мир летит озорной кинолентой. Ни музеями, ни изваянием мы для мыслей своих постаменты. Из моих придуманных миров я люблю дворы и подворотни, где гребница сизых проводов оплетает небо. И сегодня я мотаюсь трезвым дураком по фракталам пьяного сознания, и снежинки, словно молоко, заливают город. Только сам я не жилец среди камерных домов, где в янтарных окнах скачут дети и дряхлеют уши мужиков и толстеют жены на диете. Я люблю домашнее тепло, хоть и сам не пожелал такого. Изо всех придуманных миров этот самый глупый и знакомый. Серый облик хрущевских коробок
Постаревшие провинциалы, не на паперти, а на вокзалы, выползают больные уроды, у заезжего клянчить копейку. Знаешь, а рубль, он тот же доллар, только мягкий, хлипкий в коленках, да и доллар не вылечит голод заголодавшихся интеллигентов. Серый дождик сочится из неба, наполняя бездонные лужи. Ходят люди, как сонные клуши, ходят люди по вымокшим зебрам, затерявшиеся в дикой России. Знаешь, а здесь еще чуточку верят то ли в миссию, то ли в мессию, то ли просто в счастливое время. И за все говорят спасибо. Евгений Петрушенко! Как там Омск? Что творится? Были у вас там митинги? Митинги тоже были, на митингах я не участвовал, я в декабрьских участвовал, эти я уже обхожу стороной. А эти это что? Какие тут сейчас президенты выбирали. За кого голосовал? Сейчас уже не секрет. Я не голосовал. Значит, за Путина. Спасибо, это был Евгений Петрушенко. Мы договорились, кому не нравится, вот сюда выходит, что-то тут... Знаете, вот, наверное, все-таки помидорами не надо кидаться, а бумажками можно, если не нравится, разрешаю. Андрей, а ты что скажешь про Женю? Я скажу, что похоже на Евтушенко. Дело что? В том, что похоже на Евтушенко, но на того Евтушенко, который как бы считает, как бы находится в некой системе моральных координат, откуда он может весь оставшийся мир осуждать. Это, в общем-то, скучновато. И занудно. Стариковская поэзия. Это мне так кажется. Такой критик. Есть у кого-нибудь другое мнение? Зал, вы согласны с мнением Андрея Чирикова? Кто согласен, аплодируйте. А кто не согласен с мнением Андрея Чирикова, аплодируйте. Ну вот, у нас такое народное голосование. Джей, ты все слышал, я тоже за тебя. Но вот сама манера исполнения могла бы как-то чуть-чуть... Ну, здесь да, сейчас так.